Всем добрый день! Сегодня у нас распаковка очередная, на этот раз связана тоже с фото-видеотехникой и отчасти смартфонами, а именно с чисткой линз. На моем канале были представлены наборчик для чистки линз, в том числе и фильтров. Это фирмы LensPen, которая сейчас представлена справа. Плюс внутри еще находилась обдувочная груша, благодаря которой выдуваются частички как с объективов, так и с матрицы и так далее. Ну а слева у нас представлены два мобильных объектива, чтобы продемонстрировать, зачем существующему уже набору был взят новый вариант, а именно Key&F концепт. Также чистящие ручки. Все это пришло из Китая достаточно быстро из-за консолидации посылок в течение 2-3 недель. И пришло вот в таком состоянии, помимо основного желтого пакета. Давайте смотреть, что находится внутри, какое состояние, ну и почему был выбран дополнительно данный вид чистящей ручки. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, вот что из себя представляет упаковка. Здесь продемонстрировано, для чего она служит. Служит она, помимо того, что для камер очистка линз, так и для смартфона, как я говорил. Есть даже возможность чистить камеру ноутбука, компьютера, если такая существует у вас. Плюс еще и очищать очки, если вы носите их. Ну, годовая гарантия, реквизиты, где сделаны варианты. Ну и продемонстрирован адрес, даже распространитель. Вон тут импортер, аж немцы. Так, здесь опять сделано в Китае, но здесь ничего нету. Такая вот упаковка. И давайте смотреть, что находится внутри. А внутри у нас находится похожая на предыдущие варианты ручка. Представлена вот в таком варианте, как вы видите. Здесь у нас есть колпачок, и здесь у нас есть отверстие, в котором скрывается кисточка. Причем принцип здесь точно такой же у LensPen. Так, ну чем же отличается? Ну, единственное, тут в виде кнопочки какой-то, здесь более такой вариант. О, даже есть, а вот здесь нету. Можно зафиксировать, если вам не нужно полностью. Здесь не, ну можно, но он не фиксируется, а здесь прям фиксируется. И внутри располагается у нас чистящая кисточка, так называемая. Но в чем они отличаются? Как видим, они круглого течения, поэтому очень хорошо чистится именно. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков, и это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной Улан-Зи, что вы сейчас видите перед глазами, поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Улан-Зи каждому желающему, причем отправлю в любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Вот такие круглые линзы. Без проблем. То есть их можно почистить. А вот второй вариант, который у меня появился, а именно появился у меня еще одна линза, вот такая вот, аноморфная, то здесь у нас квадратный вариант и углы не захватывает. То есть вот данная линза, вернее ручка почистки линзы, поэтому мы ее закрываем, откладываем. А здесь ведь тоже круглый вариант, но здесь он двойным вариантом может быть. Первый вариант, когда у вас круглая очищающая поверхность, а во втором варианте, когда у вас треугольная, и в результате вы можете почистить эти углы. И вот поэтому в таком варианте я и буду в большинстве случаев использовать для чистки линз, в которых имеются линзы прямо
угольного сечения, а именно это аноморфные линзы, которые я часто использую сейчас непосредственно на смартфоне для того, чтобы выполнять и изготавливать видеоролики. Вот такая вот интересная чистящая ручка, у которой есть многофункциональный вариант очистки, как камер, линз, так смартфонов, так и у компьютера, линзу у видеоглазка. И также можно чистить и линзы очков. Помимо того, что можно чистить круглые линзы сферического типа, и можно чистить прямоугольного типа. То есть здесь имеется двойного назначения у вас чистящая поверхность, как в виде трехугольника, так и в виде круга. В предыдущем варианте на Lens Pen я уже показывал, здесь только круглый вариант, который выполняет свою функциональность. Второй вариант — это для фильтров чистки. У этого производителя KNF Concept есть и наборчики хорошие, в том числе внутри находится гаруша и другие виды материалов. Разнятся они от комплектации, поэтому кто желает, может выбрать данный вариант. Я вам продемонстрировал возможности чистящей ручки KF Concept, которая позволяет очищать как сферические линзы, так и прямоугольные, например, аноморфные линзы, чтобы имелось доступ в углы. Также эта ручка чистящая позволяет очищать, помимо линз камер, смартфонов и компьютеров, ноутбуков, так и очищать еще и линзы очков. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.